нам. Ветеранам надо громче аплодировать. Конечно же, огромное спасибо всей команде, которая делала студенческую весну, и отдельные самые громкие аплодисменты тем людям, которые сделали студенческую весну в этом году. Это все вы. Инна, можно микрофон? Да, убирайте, пожалуйста, убирайте, убирайте. СУЗЭ, гран-при общего зачета, 3-е место. Тюменский колледж транспортных технологий и сервиса. Директор Виктор Николаевич Тавочкин. Команда на сцену, представители команды на сцену. Обидно, досадно немного, но ладно. Девчонки, заберите, пожалуйста, награду, обязательно вручим. 2-е место. Бегут с балкона, отлично. Еще раз. Это они, аплодисменты. Итак, 2-е место. 2-е место гран-при СУЗЭ. Тюменский педагогический колледж. Директор Валерий Владимирович Черепанов. Есть представители в зале? Девчонки, давайте активнее. Тюменский колледж водного транспорта. Директор Тамара Евгеньевна Шпак. И, наконец, гран-при 22-го областного фестиваля «Студенческая весна» СУЗЭ. Западно-Сибирский государственный колледж. Директор Георгий Григорьевич Шатохин. Третье место. Тюменский колледж транспортных технологий и сервисов. 2-е место. Тюменский педагогический колледж. 1-е место. Тюменский колледж водного транспорта. И гран-при СУЗЭ. Западно-Сибирский государственный колледж. Ребята, плотнее ваши ряды. Западно-Сибирский. Еще. Поднимайте девчонок на руки. Далеко не убегайте. Оставайтесь прямо в партере на свободных местах. Давайте еще раз поприветствуем наши СУЗЭ. Занимайте, друзья, места в партере. А мы переходим к гран-при. Общий зачет ВУЗЭ. 3-е место. Государственный аграрный университет Северного Зауралья. Ректор Елена Григорьевна. Тюменский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения Российской Федерации. Ректор Ирина Васильевна Медведева. Первое место. Тюменский государственный университет. Ректор. Со спиной, Павел.
Ребята, медики, будущие доктора, врачи, сделайте 3 шага сюда ко мне. Давайте освободим середину, потому что хочется узнать, кто займет место в центре. Гран-при 22-го областного фестиваля «Студенческая весна». Тюменский индустриальный университет. Ближе на первую линию. Отлично. Плотнее ряды кого-нибудь на руки. Кого-нибудь на руки 2 раза. Выше.